Приветствую подписчики и зрители моего канала. Канал поменял имя. Ранее назывался он Антонио Фагундас, так как он не был создан для обзоров из китайских товаров. Сейчас имя канала из Китая в Россию. Значит, пришли новые посылки, новые маленькие пакеты. И заказывал, значит, я один пакет я уже вскрыл. Было очень интересно. Что там мне? Один вот все-таки так и не вскрытый. Так, значит, заказывал я комплект солнечных батарей и комплектующих к нему. Значит, вот пришла первая партия. Это такой вот контроллер заряда аккумулятора от солнечной батареи. Так, здесь не отмечено. Вот, 20-амперный. Значит, он 20 ампер. Для аккумулятора 20 ампер. На мое удивление, что он пришел в оригинальной упаковке. Сейчас будет только обзор распаковки. Монтировать все это будем потом. Сейчас еще это не готово. Так, вот здесь вот смотрим. Вот здесь вот при подключении светится. Светится, показывает время, сколько он будет работать при потере напряжения с солнечной батареи. То есть это контроллер, это реле заряда, это я не знаю, как даже правильно эта вся штука называется. Solar Solar Changer Controller. Да, контроллер. Контроллер для солнечной энергии. Солнечных батарей. Значит, плюс-минус солнечная батарея подключается, плюс-минус солнечный аккумулятор, и здесь плюс-минус уже на освещение с расчетом, если это будет освещение при в дневное время, то есть солнечная батарея получает заряд, получает электроэнергию, заряжает аккумулятор, только с солнечной батареи перестает поступать электричество, то есть ночь. Солнце село, включается освещение. Но обычно я обратил внимание, в Ютубе многие обзоры делали, эти два выхода они не задействуют. То есть основное это поступление солнечной энергии, преобразующейся уже в электричество, аккумулятор заряда. Такой вот контроллер, значит, все будет обзор, будем делать, буду собирать панель солнечную. Так, значит, мануал Китай. Здесь английский язык, вот здесь программируемые, значит, вот все это числа. То есть вот здесь числа, число будет загораться, время, часы выхода, вот именно вот сколько времени будет выход здесь в часах, во времени. Не могу сформулировать, извините. Сейчас пойду, полетят комментарии. Не знаю, что хочешь сказать, 5-10. Так, вот здесь вот программируется, значит, число до 17 часов может гореть, работать, на выходе быть, как я понял, как я смотрел. Так, и второе, это уже сами солнечные панели. Здесь должно быть две объединено, два заказа, два комплекта. Сколько обзоров я смотрел, у всех, у этого продавца, всем он именно вот такой вот упаковкой присылает. Здесь внизу, по идее, должна быть картонная коробка, в которой должен быть флюс для пайки. Должны быть вот такие вот ленты. Ленты. Медная лента. Луженая оловом. Что-то уже расклеивается все тут. Так, ну да, это и есть флюс. Да, дочечка. Потерпи, пожалуйста, лапочки. Так.
Значит, что-то здесь. Вот так вот. Прям на вес увесистый, тяжелый. Так, значит, это уже отводы должны быть от солнечной батареи. То есть вот полоска такая широкая. И узкая, это проклеивать сами солнечные панели. Так, это для меня новая сейчас еще новинка все это. Сейчас буду тоже черпать информацию с YouTube, переписываться с ребятами, которые уже поделали себе солнечные батареи, которые уже пользуются этим всем. Буду интересоваться, спрашивать, каким образом, как и что, что делали, как получали они электричество, электроэнергию, все это все вот так. Вот такие вот панельки, собственно. Количество не помню точно, в описании все будет написано. И размеры их, и все. Так, здесь. А, здесь вот в этой упаковке, если я не ошибаюсь, должно быть их 40 штук таких вот панелек. Здесь дополнительный заказ, это у меня было объединено, здесь 20 штук. Так, все, будем собирать, пробовать. Достигать с одной панели 14-16 вольт, направлять их на заряд аккумулятора. Аккумулятор у нас будет автомобильный, 55 или 60 ампер часов. Будем смотреть, в общем следите за видео, все будет, будем монтировать, будем придумывать. Кому понравилось, лайк, кому не понравилось, дизлайк. Всем пока, до новых встреч.